Появление такого рода канала может привести только к одному, а именно, определенная часть нашей публики придет к выводу, что мусульманизация — это сейчас новая официальная идеология, к чему, кстати говоря, судя по всему, все и идет. Остальные просто будут еще сильнее ненавидеть мусульман. Просто потому, что когда тебе в дом лезут с ненужными тебе предложениями, ты начинаешь это ненавидеть. Вспомните собственную реакцию, когда к вам домой звонят и говорят с той стороны: «Мы адвентисты седьмого дня, хотите поговорить о Боге?» Вы, как правило, захлопываете дверь под носом у этих самых адвентистов и начинаете несколько хуже к ним относиться, правильно?